А вот на деревьях растут лимончики. Дождь хорошо нас обложил. Даже Миле такая погода не нравится, что нужно с собой зонт. Она предупреждает, что она злая. У нас целый день идет дождь. И мы приехали греться в баньку и в бассейн в теплый. Смотри, мама! Мама, быстрее, смотри! Смотрю, смотрю, да, нажимай. Каким капризом. А мы на улице, в бассейне и под дождем. Кайф. Жалко, на заднем фоне не видно горы. Акимушка, тебе нравится, милый? О. Чем ты такой довольный? Круто. Потому что Аким сидит отдельно, его не надо держать на руках. И Мила отдельно. Счастье начинается. После бани нужно еще отдых. Ты спать будешь? Ты ж только что плакал, спать хотел. Все. Да все.